Привет, привет, мои дорогие друзья! Сегодня у нас 23 мая 2023 года. В Массачусетсе ясная солнечная погода. И я вам хочу показать, какие у меня выросли на моей полянке пионы. Посмотрите, какая красота! То есть в этом году, как, впрочем, и раньше, пионы просто вымахали громадными такими сладкими шапками. У меня три сорта пионов. Я для своей такой вот вазочки сорвала, нарвала утром цветочки. И могу сказать, что вот этот вот розовенький пиончик самый-самый душистый сорта. Я не знаю этих пионов, мне просто нравятся эти вот такие вот шапки, такие из пионов сладкие. Очень весенние, очень приятные цветы. Вот такая вот у меня красота распустилась. Причем, посмотрите, вырастает один такой вот пиончик. Следом идут еще вот такие вот бутончики за ним. То есть я обрываю их возле бутончиков, чтобы следующий цветок также распустился и радовал всех нас. Такая вот у меня красота сейчас будет стоять в хрустальной вазочке. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас на участках пионы и любите ли вы эти цветы, как люблю их я. Мне очень будет интересно. Такое вот у нас красивое голубое небо сегодня. И вот такие вот мои любимые пиончики. Ну что ж, всех люблю, всем желаю счастья, добра, радости и мира. А я всегда здесь и с вами. Искренне ваш Евгения Гончарова. Пока-пока.